выезжаем из Крыма. А что, зеленый только один светофор? Или вот это тоже зеленый? Здесь зеленый, красный, вот он опять остановился. Ну вот, мы толпа в аэропорту. Вот такая здесь зеленая стена. Ира говорит, пойдем потрогаем стеночку. Потрогать хотите? Да. Потрогать стеночку. Прямо интересно, вот, что, мне кажется, такое ощущение, что там якобы только посадили, и они еще не разрослись. Я тоже, да. Такой какой-то градиент, знаешь, как, типа переход от темного к светлому. А вы же были в этом аэропорту? Мы только выходили, да. А, и вы не это как бы не... Не видели, да. Я-то была, но как-то бегом бежала, и получилось, что я... Они растут, они настоящие. Да ладно. Горшки, смотри, висят здесь. Это колотые. Вот. Смотри, это горшки. Это мужигон. Офигеть. Ты представляешь, сколько здесь горшков? Вон они, с торца видно. Ага. Офигеть. А я тоже думала, они искусственные. Офигеть вообще. Здорово, да? Вообще, просто. Столько насажать. Это как в Париже есть такой дом, заросший недалеко от Эйфелевой башни, там вдоль дороги. Ну, идешь вдоль Сены. Короче говоря, прям вот недалеко. И тоже такой же весь в каких-то растениях, какой-то там, не знаю, как они. Обалдеть, да? Вообще красиво. Обалдеть, столько насажать. А я прям не сомневалась, что они искусственные. У меня даже в голове не было, что они живые. Столько класс, насажать. Все такие свеженькие, все прям это. Класс. Подсвечивается. Сказала, она на третий. Да я знаю. Чего есть хочу? Чего? А я же взяла с собой. А что мы взяли там вообще? А все. И курицу, и огурчиков, и яйца вареные. Прям как в поезд. Да, как в поезд. Так, а я вот отлетела, вот тоже тут летели, разложились в самолете. Прекрасно ели. А я так подумала, думаю, пока доедем, есть захотим. Ну нам это если слопать, то надо слопать до проверки. Это лифт такой, да, стеклянный? Все как надо. Не, ну что, хороший аэропорт, что говорить-то? Прям такого уровня хорошего. Вот они там вещи, да, такие прям. Из цветов. Угу. Выше. Вот видите, как прям сиденья и розетки. Раньше такого не было. Еще видите, это как его? Огурчики, яички, курочка. Вот, вот. Это святое. Ну, не так получилось. Ну, это не, ну правильно. Где там сад? Что-то пол, ноги прилипли. Общаются? Да. Ну вот. Саня, ты будешь пить чай какой-то? Чай будешь или что-то? Сейчас, секундочку. Да, предстоит нам еще, конечно, в Мурманске испытания. Как Алинку увезли, как-то... Очень много пойла. Да, кругом винище одно. Винище, вот да, там винище. Везде, и во всех, тут... везде только вино. Ну вот и там, вискаря там. Ну, Инкерман, да. Очень много. Пейте, гости дорогие. Да, пейте. Ну, какие булочки. Лампочки какие прикольные.
тоже винотека. Господи. Наверное. Вот такой теперь в Симферополе аэропорт. Старый, да, такой душевный. Этот такой холодный. Это как везде. Да. Холодный, сталь, вот это вот все такое. Ты смотришь. Да. Всячески. Слушай, мало людей-то когда, ну не сезон. Я когда сюда летела, самолет полный был, а когда от тебя летела, так скажем, не совсем полный. Слушай, кругом вино. Одно пиво, одно вино. Пока видно. Все бы ничего, но погода сегодня мерзкая. Вчера было так тихо. Тепло. Не живое. Живое. Нет, стену, конечно, забабахали просто вот. Я прям была уверена, что это искусство. Нет. У меня даже сомнений не было. Я просто пролетела. Нет, так телевизор смотрела, что живые цветы. А я не смотрела. Показывали, как это все ставили. Вот это все. Я не смотрю же телевизор. Вон сколько их этих деревьев живых. Ну, в общем, да, как везде. Все. Просто спаивают население. Да посмотри, кругом вино. Здесь еды-то толком нет. Да. Закусывать нечем. Заканчивается посадка на рейс авиакомпании «Уралсия». Вот не покурить нам с Руси-то. Рано мы зашли. Хотя бы собрались сразу покурить, потом ее заходить. Там наверху бизнес-зал. Наверху. Детская комната тут, только нет никого. Ходим с Русей, слоняемся. Чебурик какой-то, наркоман. Я говорю, так нет, я говорю, не закрылся. Да, сезон-то закончился. Сезон закрылся, я на вас.
очень вкусно.